Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика». Об основных событиях понедельника и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Сегодня в выпуске. Будущее за электронными услугами. Через полтора года 90% жителей Чувашии должны иметь доступ к сервису «Одно окно». Новый коллектор в Чебоксарах и Новочебоксарске реконструирует канализационные сети. И работай, и танцуй. На своем профессиональном празднике чувашские журналисты продемонстрировали многогранность своих талантов. Начнем наш выпуск с аварии. В ночь на 19 января на Кокшайском кольце Звениговского района перевернулся автобус с пассажирами, следовавший из Казани в Чебоксары. Все спасательные службы Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место аварии. В автобусе находился 41 человек, из них 16 дети. В этот день дети с родителями возвращались из Казани. 18 января в 23:47 Центр управления кризисной ситуацией Главного управления МЧС России по Чувашской Республике поступило сообщение о том, что на Кокшайском повороте Республики Мариэл перевернулся автобус с чувашскими номерами. Погибших нет. К месту вызова выехали сотрудники пожарной части номер 11 города Новочебоксарска, а также два микроавтобуса «Газель» и микроавтобус «Богдан». Сразу после аварии пассажирам была оказана вся необходимая медицинская помощь. От госпитализации все они отказались. В Чебоксарах часть пострадавших обратились в травмпункт. Причины происшествия выясняются. Зимняя дорога таит немало опасностей, поэтому своевременная уборка трасс сейчас первоочередная задача эксплуатирующих служб. Погоду на ближайшее время обещают неустойчивую. Снегопады к нам еще вернутся. Но дорожники, по словам министра транспорта, к этому готовы. Все дорожные организации, занимающиеся эксплуатацией и расчисткой дорог, готовы к предстоящим снегопадам. В предыдущие сутки замечаний и заторов в большей степени не было. Значит, в ночное время также производится очистка дорог. В этом я убедился сам. Поэтому пока нарушений и замечаний больших нет, мы готовы. Беспокойство главы Чувашии вызывает участок трассы перед Цивильском, где ведутся ремонтные работы. Михаил Игнатьев во время рабочих поездок был свидетелем больших пробок в этом районе. Занимается акционерное общество «Дорис» этим участком. Есть у нас вопросы к этой организации сейчас, именно по организации работ. Соответствующие указания сейчас уже даны. Я думаю, что в течение суток-двое акционерное общество поправит организацию, технологию работы. Я думаю, что мы дадим сейчас по этому участку нормативные скоростные показатели. То есть до 40 км в час там движение будет организовано. На еженедельном совещании обсудили и другие вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время. Речь шла в частности об оказании госуслуг по принципу одного окна и формировании реестра земельных участков под строительство. Чем меньше времени тратит человек на получение всевозможных справок, разрешений и документов, тем эффективнее работают органы власти. В Чувашии активно внедряется метод оказания услуг по принципу одного окна. В Чувашии должно быть создано 28 многофункциональных центров с общим количеством окон 245. А также есть возможность создания порядка 232 окон на базе именно привлекаемых организаций. Помимо многофункциональных центров, единые окна появятся в других организациях. К сотрудничеству готовы Почта России и Сбербанк. Рассматривается вариант доступа к госуслугам через модельные библиотеки в сельской местности. Правда, для этого необходимо обновить программное обеспечение имеющихся в их распоряжении компьютеров. В среднем оборудование каждого рабочего места по принципу одного окна обходится в 900 тысяч рублей. Общий объем инвестиций около 150 миллионов рублей. Информполитики Чувашии отлаживает электронное межведомственное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов власти. Чаще всего возникает необходимость в сведениях Росреестра, ФНС, Роснадзора. По словам министра Валентина Андреева, большая часть сервисов работоспособна. Запросы проходят в обе стороны, но некоторые функции предстоит наладить в ближайшее время. Поручение от главы Чувашии: к 1 июля 2014 года 90% населения Чувашии должны иметь доступ к государственным и муниципальным услугам через одно окно. Речь идет о том, где человек проживает, по месту пребывания. Он не должен ездить в районный центр, он не должен мучиться, значит, без даже участия чиновников через информационные технологии, пожалуйста, значит, обеспечили себе качество
услуг. Министр имущественных и земельных отношений Чувашии Светлана Енилина рассказала о ходе формирования земельных участков для реализации инвестиционных проектов, в том числе строительство жилья эконом-класса. В 2012 году в Минимущество Республики собственники подали извещение о намерении продать 707 земельных участков. Государственную собственность приобретено всего 5. По мнению Светланы Енилиной, отставание объясняется отсутствием у министерств и ведомств инвестиционных планов на долгосрочную перспективу. Зато у предприимчивых граждан, которые сначала скупают земельные участки в нужных местах, а потом продают муниципалитетам втридорога, есть и планы, и дар предвидения, заметил глава Чувашии. Между тем, наличие сформированных участков под строительство – залог инвестиционного успеха региона. Инвестор пришел с миллиардом рублей, у нас спрашивает: покажите мне земельный участок, где у вас он находится, где инженерная инфраструктура, а у нас нету их, понимаете, Алексей Петрович? Говорили очень много, разговоров очень много. Поэтому у нас сотни земельных участков с наличием правоустанавливающих документов должно быть. Мы как государство должны эти земельные участки представлять и выставлять. Вот тогда инвестор к нам прибежит. Муниципальным образованием поставлена задача выделить средства на проведение работ по межеванию в 2013 году. На сегодняшний день указанные средства предусмотрены в бюджетах лишь 10 муниципалитетов. Михаил Игнатьев потребовал от глав исправить ситуацию и активнее включиться в работу. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Совсем скоро Советская и Промышленная улицы Новочебоксарска будут в буквальном смысле перерыты. Это связано с реконструкцией загородного канализационного коллектора водоканала, обеспечивающего непрерывный прием сточных вод Чебоксар и Новочебоксарска. Руководство Чебоксарского водоканала уже не раз предлагало обновить канализационные сети. Они проложены еще в 70-е годы прошлого столетия. Ежесуточно по коллектору проходят до 150 тысяч кубических метров канализационных вод. Поэтому дальнейшая эксплуатация коллектора грозит экологической катастрофой. Если мелкий ремонт аварийных участков водоканал производил за свои средства, то о масштабной реконструкции загородного коллектора оставалось лишь мечтать, рассказывает его директор Владимир Васильев. Этот вопрос, он стал актуальным еще с 2000-х годов, когда начались у водоканала на этом коллекторе, значит, выявляться аварийные участки с провалами, с обрушениями, значит, и аналогичные разрушения стали учащаться ежегодно. Разработанный водоканалом проект был выставлен на конкурс Министерства регионального развития России еще в 2008 году. По словам заместителя начальника управления ЖКХ администрации города Чебоксары Павла Портфирьева, столица Чувашии вошла в десятку российских городов, получивших безвозмездный грант на реконструкцию сетей коммунальной инфраструктуры. В конкурсе приняло участие более 60 муниципальных образований. Требования были, значит, города с численностью от 90 тысяч до 600 тысяч населения. Значит, мы подготовили в свое время тогда документы, большой такой объемный материал, представили Минрегион развития, значит, и нас отобрали в числе 10 основных участников. Стоимость проекта – 288 миллионов рублей. Эта сумма позволит заменить большой участок загородного коллектора, который ведет к биологическим очистным сооружениям. Московской подрядной организации предстоит произвести полную реконструкцию участка коллектора протяженностью 5 километров 200 метров, большая часть которого пройдет вдоль улиц Советская и Промышленная города Спутника. Новочебоксарск играет основную роль в том, чтобы сейчас обеспечить трассу высвобождение. На этой трассе находится много рекламных щитов, много незаконно установленных металлических гаражей, погребов, павильонов, остановочных киосков. Эту работу мы озвучили письмами, предупреждены все. И эта работа будет сейчас начата. Подрядная организация обязуется выполнить работы по реконструкции в течение 13 месяцев. Жителям города Спутника придется потерпеть ради будущего комфорта. Регина Тимофеева, Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Пенсионный фонд использует новые технологии. Теперь получить консультацию специалиста пенсионного фонда можно, не выходя из дома, с помощью интернета. Теперь не обязательно приходить на прием в отделение пенсионного фонда, чтобы узнать ответ на волнующий вопрос. Достаточно иметь доступ в интернет, чтобы воспользоваться онлайн-консультацией с помощью Skype.
Пользоваться программой нетрудно. Нужно установить программу Skype, подключить микрофон, наушники и веб-камеру. Найти пользователя под именем OPFR-видеоприём-015. Связаться со специалистом можно и не добавляя адрес в список своих контактов. Новая услуга весьма удобна. Не выходя из дома, можно узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета, о том, как получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и многое другое. Получить виртуальную консультацию можно ежедневно по будням с часу дня до 4. Это могут сделать жители любого, даже самого отдаленного от столицы населенного пункта. Чувашия – один из лидеров Поволжья по строительству жилья на одного человека. И больше всего многоквартирных домов возводится именно в Чебоксарах. В прошлом году заветные ключи получили многодетные семьи, дети-сироты, ветераны. При получении квартиры появляется вполне логичный вопрос – какой мебелью обзавестись? Уже 12 лет в Чебоксарах работает предприятие «Ефимовская слобода». Начиналось все с небольшой мастерской. Теперь предприятие готово вырасти до размеров мебельной фабрики. Что является сдерживающим фактором, выяснили мои коллеги Галина Титарчук и Евгений Анисимов. Вот в таких стесненных условиях работникам приходится кроить, шить, выпиливать и собирать будущие кровати, столы, шкафы. Тут же хранятся дорогие сирийские и турецкие ткани, фурнитура и нитки. Готовая продукция теснится в небольших помещениях и даже в коридорах. Весь процесс изготовления мебели раскидан по разным корпусам. У нас сейчас где-то около более 3000 площадей квадратных, но эти площади раскиданы по зданиям, получается. Они маленькие такие, по 600-800 квадратов. И как бы это очень неудобно. Хочется все построить в одном месте, в одну большую фабрику, и чтобы весь начальный цикл от пропущенные куски ламината до сборки был в одном месте. Столичные власти также заинтересованы в том, чтобы таких успешных предприятий в городе было как можно больше. Глава города Чебоксары Леонид Черкесов лично проверил качество продукции Ефимовской слободы и познакомился с условиями работы сотрудников. Мы посмотрели стесненные условия, есть новые разработки, есть новые технологии, которые они хотят внедрить. Мы вот будем смотреть, как помочь этому предприятию, чтобы действительно они развивались, действительно, чтобы и качественную, и современную, и оборудование, чтобы купили, а самое главное, качественную продукцию выпускали. Это плюс рабочие места, налоги, бюджет города. На Ефимовской слободе выпускают достаточно широкий ассортимент продукции. 2 года назад открылся собственный магазин в новом микрорайоне Богданка. Придя сюда один раз, многие становятся постоянными покупателями. Нам очень нравится этот магазин. Во-первых, мы живем недалеко здесь. Вот куда бы я ни ездила, цены дороже, чем здесь. Здесь очень хорошее обслуживание. Сразу предлагают, что показывают, что мне нравится. Я тут покупала стенку. Потом покупала я еще здесь для кухни угловой диван заказала. И все это можно еще в рассрочку у них. Это очень удобно для нас. Здесь представлена не только классическая мягкая корпусная мебель, но и новинки. Стол-трансформер, диван-книжка, хиты последних продаж. Кстати, эта мебель завоевала огромный авторитет среди покупателей не только в Чебоксарах и Чувашии, но и за ее пределами. И если в ближайшее время город сможет предоставить необходимые условия для работы, возможно, наряду с известными чувашскими брендами появится и еще один – Ефимовская слобода. Качественная и недорогая мебель из Чувашии. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Праздновать День печати журналисты Чувашии начали не так давно. Закон о его учреждении был подписан в 2000 году. Размах нынешнего торжества оценили мои коллеги Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Раз в году журналисты республики свои блокноты, камеры и микрофоны меняют на изящные наряды и хорошее настроение. Профессиональный праздник чувашских СМИ зародился ровно 13 лет назад. Цифра хоть и считается несчастливой, но пишущие братья полна оптимизма. С каждым годом их фантазия не иссякает. Торжественные мероприятия становятся все эффектнее. Еще никто. Национальная телерадиокомпания на несколько часов
часов образовала свой национальный хор. Ведущие, корреспонденты, операторы и даже водитель. Они и словом блеснут в эфире, и станцуют, и споют. Ну, отлично. Удивить почетных гостей на празднике прессы пытались все. Кто-то новыми книгами, кто-то мобильными разработками. В этот раз в фойе Чувашского драмтеатра развернулась необычная выставка. Рядом со стендами газет здесь заработал и настоящий телевизионный комплекс. У нас в студии глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев и министр информационной политики и массовой коммуникации Валентина Владимировна Андреева. Что бы вы хотели пожелать всем средствам массовой информации в наш профессиональный праздник? Я желаю, чтобы все журналисты были свободны, независимы, чтобы не была только одна зависимость, а зависимость от собственного зрителя, читателя, слушателя. Прошедший год был богат знаменательными событиями. В республике появилось министерство, курирующее информационную политику. Зародилась новая радиостанция. Многие СМИ пополнили свои копилки престижными призами. Знаком отличия «Золотой фонд прессы» отмечено 7 изданий Чувашии. 5 из них – это районные газеты. Варгаловского, Журнавского, Чебоксарского, Красноармейского и Ядринского районов. В день печати тоже поощряли лучших из лучших. За плодотворный труд во благо региона медаль ордена за заслуги перед республикой вручили автору и ведущей передачи «Бумеранг» Наталье Володиной. Одна из почетных наград этого дня – премия имени Семена Ильгера. Ее 72-м обладателем стал обозреватель республиканской газеты Лев Васильев. Удачу журналисту принесла серия статей о знаменательных и загадочных местах республики. В каждом материале он пытался открыть для читателей интересные подробности. Я из той серии, у меня 32 публикации в этом году было опубликовано. Мне, например, запомнилась Пугачевская башня. Это вот о знаменитой башне в городе Цивильск, которая вроде бы никаким боком не относится к Пугачеву, но вот именно названа Пугачевской башней. В адрес ветерана чувашской журналистики Ивана Тенишева звучали особые слова благодарности. Часто день печати совпадает и с его днем рождения. На его пути было много тернистых дорог. Статьи он писал еще будучи фронтовиком. Сейчас все премудрости профессии передает студентам чувашского журфака. Журналистами люди становятся по призванию. Чтобы стать журналистом, нужно выходить. Тяга нужна. Семейство республиканских СМИ с каждым годом пополняется. День печати общий для всех. Сотрудники газет, радиостанций, телеканалов и даже интернет-провайдеров. Их цель схожая. Вписывать страницу чувашской истории. Новые подробности для будущих потомков. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. Православные верующие отметили крещение Господне. Для многих ночные купания уже стали традицией. Каждый год у проруби образовываются большие очереди. Нынешней крещенской ночью только в Чувашии в ледяные Ордане окунулись более 30 тысяч жителей. Понаблюдали за ними и наши корреспонденты. Скажите, холодно, да? Нет, очень жарко. Жарко-жарко. Нет, я вру. Очень замечательно. Насколько теплая вода в ледяных купелях, отважились на себе проверить и стар, и млад. Сколько не предупреждают медики об опасностях зимнего купания, желающих окунуться в прорубь меньше не становится. Самое главное – набраться храбрости и прыгнуть в прорубь. Да, все остальное туда. Потом уже не важно. Приятно, типа, как настраивает. Надо и все. Подготовленных моржей от новичков можно было отличить сразу. Кто-то окунался в ледяную прорубь по всем правилам 3 раза. Кому-то не удавалось продержаться в ИРД. 10 секунд. Некоторые крещенской водой просто мочили руки и лицо. В этом году, в этот раз, московский корреспондент показал. Помыл личико. Помыл личико? Да. Да. Но это тоже считается как обмывание. Хотя многие считают, что любая вода в крещенскую ночь обретает целительную силу. Этот обряд еще называют омовением. Говорят, что так можно излечиться от болезни и очиститься от грехов. Но некоторые в прорубь залезали просто ради своего удовольствия. Каждый год мы постоянно искупаемся. Это у нас уже как привычка. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, да. Настоящие фанаты крещенских купаний уверяют, что после этого заболеть невозможно. Хотя многие советуют не окунаться в прорубь с головой сразу, а постепенно подготавливать себя. 9-летнего Савелия к Иордане родители привели впервые.
А, не боюсь. Почему? А чего там не холодно защищать? Только... Сам запаляешь дом? А? Дом ты сам запаляешь? Только деревня. Окунуться в прорубь мальчик решился, но продержаться в воде ему долго не удалось. Обещает прийти сюда и в следующем году. Давай, давай, я надеваюсь. Давайте меня. Всего в республике в крещенскую ночь было подготовлено более 60 купелей. На Волге, на Суре, Цивиле и святых источниках. Те, кто не хотел простаивать в больших очередях в Чебоксарах, приезжали именно к ним. Природа. Это не по большей части. И вода почище, вот именно. Святая вода. Святая вода. Никаких происшествий в крещенскую ночь зарегистрировано не было. Безопасность купающихся у большинства Иордании обеспечивали сотрудники полиции, спасатели и медики. Освященную воду в храмах все еще можно получить. Запасов хватит на несколько дней. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. На сегодня это все новости. Всего вам доброго. До свидания.